На календаре 9 августа на часах 7:50. Избирательные комиссии уже готовы принять первых голосующих. Еще до открытия участков проходит процедура опечатывания основного ящика для голосования. Также пломбируют урны, которые члены комиссии повезут избирателям для голосования на дому. Урна первая. Убеждаемся в целостности. Пустая. За процедурой следят наблюдатели. На этом участке в составе лица, делегированные общественными организациями и партиями. Всего 5 человек. Процесс снимает и наша съемочная группа. Процедура прошла открыто, претензий у наблюдателей не было. Также осуществилась обработка урн. На видное обозримое место установлена урна досрочного голосования, а также рядом с ней те две урны для голосования на дому установлены на видном месте, обозримом для всех избирателей и наблюдателей. На 35-м участке с утра многолюдно. В списках избирателей сразу 2220 человек. Сделать свой выбор, отмечают горожане, долг каждого. Моя политическая позиция, я должен ее проявить. Поэтому я обязан это сделать, высказать свое мнение. Только так. Все члены избирательной комиссии, а их 12, в масках, защитных щитках и перчатках. Каждый прошел так называемый утренний фильтр. Им измерили температуру, проверили самочувствие. На столах стоят антисептики, о безопасности думают и сами избиратели. Большинство в масках. Голосование тем временем продолжается. Сделать свой выбор можно до 8 вечера. После начнется подсчет голосов. Мария Бересневич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.